80 лет на страже. Сегодня белорусская автоинспекция отмечает свой юбилей. Праздничная программа развернулась в центре столицы на Октябрьской площади. Дорожную милицию с большим праздником поздравил министр внутренних дел Игорь Шуневич. На большой площадке у Дворца Республики была представлена техника за всю историю автоинспекции. От ретро до современности, в том числе и мотоциклы. Зрители смогли увидеть и форменное обмундирование разных времен дорожной милиции. В истории менялось многое, но не задачи обеспечивать порядок на дорогах. Мы должны создать такие условия, когда водитель будет ехать и не сможет нарушить правила дорожного движения. Вот тогда будет меньше вопросов и меньше ответов нужно будет искать на эти вопросы. Таких условий, при которых нельзя превысить скорость. Создание – это закругление образно, это выделенные полосы и так далее. Это вот имеется в виду технические решения.